В конце августа этого года в городе Пенза проходило первенство России по олимпийскому карате. В 2016 году на заседании сессии Международного олимпийского комитета было принято решение о включении карате в версии Всемирной федерации карате в олимпийскую программу. Вот. Таким образом, на этом первенстве, называемый молодежный чемпионат России, воспитанники нашего клуба Солынов Сергей и Григорий Елизавета показали хорошие результаты. Сергей стал чемпионом России и Лиза серебряной призеркой первенства России. Вот, в сентябре они уже ездили на первый этап тренировочных сборов в составе сборной России. И в воскресенье они уезжают на второй этап. Опять же в город Сочи, да, после которого, после второго этапа будет определяться окончательный состав молодежной сборной для участия в первенстве мира по карате, который состоится в испанском городе Тенерифе. Вы сказали, что у Сергея есть опыт выступлений, да, в каком-то ином стиле, да, он выиграл даже чемпионат Европы. Да. Вот несколько слов о стилях вот карате, да. Ну, стилевое направление нашего клуба – это каратэ-до ситарю. Один из основных стилей в карате. Вот, в прошлом году мы участвовали в первенстве Европы по данному виду, по этому стилю. И Сергей, в числе остальных 6 спортсменов нашего клуба, он стал победителем первенства Европы. Вот. Так что у него есть опыт, да? Ну, у Сергея есть, да, определенный хороший опыт выступления на именно таких рейтинговых соревнованиях высокого уровня. Есть определенная психологическая устойчивость, которая очень важна для выступления на соревнованиях вообще. Ага. Вот. А Лиза у нас в этом году, вот совсем недавно, она перешла в свою новую возрастную категорию, в которой она стала серебряной призеркой. Поэтому это, ну, для начала это очень хороший показатель. Так, еще раз, в каком стиле они будут на Олимпиаде, на чемпионате мира, да, в Испании будет проходить молодежный чемпионат мира по олимпийскому карате. Это версия WKF, версия Всемирной федерации карате. Это все стили, федерация, объединяющая все стили, карате, все стили. Да.